В конце марта в Карачаево-Черкесии планируют провести переход на лошадях карачаевской породы из Малокарачаевского района в Урупский протяженностью 220 километров. Мурат Лепшоков из села Маруха с 2015 года занимается разведением лошадей, а в этом году планирует принять участие в переходе «Медовые водопады» из Зеленчукского района. Репортаж Аллы Динаевой. Каждое утро Мурат Лепшоков в конюшне и начинает день, ухаживая за своим четвероногим другом, скакуном карачаевской породы по кличке Альмуртаджис. Скоро Мурат и Альмуртаджис отправятся в небольшое путешествие по Карачаево-Черкесии. Сейчас они к нему готовятся. Это будет конный переход протяженностью 220 километров и выставка лошадей. Два как бы каждый день. Тренировки, да? Да, тренировки. Проводятся? Ну, провожу пока что чисто шагом. Сильно не нагружаю, хочу вот уже где-то еще 10 дней так поработаю, уже дальше больше начну его по-полному нагружать. Любовь к лошадям у каждого горца в крови. И в детстве у меня был чистокровный ахалтекинец, а позже, в 2015 году, приобрел 6-месячного жеребенка карачаевской породы, из которого вырос вот такой красавец, вороной скакун чернее черной ночи, делится Мурат. И с тех пор я решил заниматься разведением скакунов. Искал и приобретал самых лучших представителей карачаевской породы лошадей. А сегодня к Мурату приехал гость из Тырнауза Аскер Шаманов. Откуда вы узнали про этого же ребенка и почему приехали именно вот в это? Лошадей там много, в принципе? В Инстаграме я подписан на мужика. Вот, отец нравится жеребцу. И вот жеребенка увидел, созвонился с мужиком. Договорился, приехал, посмотрел, покатался на жеребце. Я так понимаю, вы не так дешево его покупаете. Цена приличная, не жалко столько денег отдавать? За хорошую лошадь нет. Не жалко. Стоит она этих денег. Сильные, смелые, благородные, быстрые и поразительно выносливые. Становится очевидным, что разводить карачаевскую породу определенно имеет смысл. И это понимает нынешнее поколение. И каждый заводит себе четвероногого друга, а у многих и косяки этих умных созданий. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.